Всем привет, с вами как всегда Влад на моем канале. Сегодня я выполню задание от подписчика Stickfire Legacy. Я должен поиграть только блистерными скинами. То есть, как вы видите, у меня есть флажок на статуе, значит все листья. И, в принципе, листья — это очень крутой скин. Мы даже немного пройдем компанию. Возможно, вторую часть сделаем. Пишите в комментариях свои идеи для Stickfire Legacy. И бывает задание не только для рыбал, но и для Stickfire Legacy я придумал. Можно разные скинами или какой-то квест пройти. Ну, например, там третий уровень, какой-нибудь этот уровень только лучниками, например. Много идей может быть для вас. Йо. Мало того, что этот лист только с ценой очень крутой. Просто смотрите, сколько он стоит и сколько он в реале стоит. Короче, если вы не знаете, сколько он стоит в реале, то это 125. По-моему, так. Тут он 112 с этим скином. Кстати, этот уровень у нас идет, по-моему, сразу же после убимана, я не помню. Зацепили. На подкрепление убегаем. Короче, на этих скинах будет меньше цена, и там еще что-то было, не помню. Давайте идеи для СВЛ. Это типа как рыбали, только для Stickfire Legacy задание. На! Прошел. Если только один уровень, то это будет очень мало, поэтому я предлагаю пару уровней. О, мы можем это пройти. Это очень красавицкий долг. Но мы сейчас не надо. Конечно, знаю дроп, но он не, возможно, он не бесконечный. Они мечниками нас, капитан. Попал все-таки.
Некоторые могли заметить, что я всегда мечников использую. Но это моя тактика. Потому что меня учили в эту игру играть. И мне сказали, что мечники тут могут затащить всех. Подземная земля. Вот тут у нас, по-моему, гиганты будут. Рудокопов важно в этой игре гасить, потому что они будут тратить деньги не на войска, а на рудокопов. Ну ты неловкий. На, не знаю, что у меня много золота. О, я тут. Wake up! Интересно, в чем логика? Вместо того, чтобы можно было атаковать статую сразу же. Но нет, надо сначала меня, потом статую. Бегите, а то подохнете. На. Наша очередь. А нет, тут еще великан. Что-то меньше войска выходи, а? Меньше великанов. Хочу дойти до последнего уровня, что дойти, а не пройти. Если я это сделаю быстро, то мы, возможно, еще вот этот вот первый-второй пройдем. Вот этот первый и это второй. Не знаю, это засаду. Помню, как у меня друг это одним мечиком прошел. Поэтому мы пока спрячем замок всех. А этот мечик будет воином. На! 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 Ой-ё! Ой-ё! Я, видимо, что-то не так сделал.
Берем одного и прячемся в замок. Единственный минус то, что у нас не работают робокопы. Пеликана можно и так. Кажется, надо поближе чуть-чуть. Надо его к спине. Спина больше урона. Замка его так быстро бьет. Хотя мне надо заката дожить. Надо только дожить время терять. Ну ладно. Но если я буду долго их убивать, то тут еще большая армия присоединится. Замковые, вы нам сейчас нужны в помощи. Давайте, с восприятия, значит. Так, они уже близко. На. О, боюсь, сколько тут мечиков. Это, по-моему, последняя волна. Все. Короче, какой-то лагерь мы нашли. Предводители земли. Не знаю, тут они, короче, тут идет два капитана, одного мечника и поперли в атаку. Как я говорил, можно убивать рудокопов, и у них будут меньше войска. Падать! На! 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 Теперь у них не будет капать золото, если я убью рудокопа. Бьем рудокопа, и все будет чики-пуки. Сильнее армия будет. Подкрепление не будем делать, потому что там гигант стопорт будет. Получается, они будут делать эту армию еле-еле. Если мы будем ходить одним мечиком родить рядом, то они сделают замковых лучников. Они будут по нам стрелять. Поэтому к ним не надо. Если у них будет рудокоп, то мы пойдем сразу же в атаку. Но рудокоп будет прятаться. Тогда мы возьмем одного мечника и будем целиться на рудокопа. Тем временем наши будут их атаковать. Статую атаковать, если что. И сразу же сюда. Не замкал сейчас, по сути, могу взять. Все такие, Влад, купи кучу мечиков. Я скажу, давайте великана.
Можно их рядом водить так. На. На. Лицом к лицу, мужик с мужиком. Чисто проходим этот турец от бородокопа. Они еще не коцали статую. На! Вам, кому эта труба нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на всем. Пока-пока!